экспозицию вошли работы учеников художественных школ и школ искусств города, а также уникальные экспонаты из фондов музея. Предметы декоративно-прикладного искусства, старинные книги и открытки. Русская культура создала красивые и трогательные пасхальные традиции. Обычай дарить друг другу украшенные яйца вдохновлял художников, ремесленников и ювелиров на создание произведений искусства. Всему миру известна бесценная коллекция пасхальных яиц, созданная ювелиром Карлом Фаберже для российской императорской семьи. Среди экспонатов выставки можно увидеть декоративные пасхальные яйца, созданные художниками уже в наши дни. Представлены и номера журналов, изданные в начале 20 века. Они рассказывают о пасхальных традициях в дореволюционной России. Среди редких экспонатов книга «Последование во Святую и Великую неделю Пасхи», изданная в 1894 году. Выставка будет работать до 15 мая.